Синоптики обещают жителям республики теплые выходные. По данным сайта «Погода 21», в ближайшие два дня Чувашия окажется под защитой антициклона, который вновь установит солнечную и жаркую погоду. В субботу температура воздуха днем поднимется до плюс 30, в воскресенье – до плюс 25. Кроме по-настоящему летней погоды, жителей ждет и два любопытных астрономических явления. Так, в субботу можно будет увидеть частичное солнечное затмение. Максимальной фазы оно достигнет в 13 часов 23 минуты, а в ночь на воскресенье можно будет наблюдать звездопад Персеиды.